конечно, мы довольны. Во-первых, подъездной путь, парковка стала намного лучше, чем была. То есть пошире, поинтереснее и, так скажем, подъездной путь... Лучше, что побольше машин может остановиться. Власть я вижу постоянно. Не нравится мне то, что все-таки глава при этом принимает большое участие. Он постоянно по возможности посещает это рабочее место вот дорожников. Поэтому мне это нравится, я довольна, честно. А депутаты городского совета как часто тоже бывают здесь? Да. Ну, я сама немножко, так скажем, не редко часто бываю, потому что у меня разъезд большой. Но я присутствую, они присутствуют.